Uda Takar Shwadan Takar Udam Chawawisa Starsha Maga Haul Gwana Dami Udam Yaudan Mash Udams Haucha Gwarbati Gaujata Unam yauda pacha. Короче, всем привет, дорогие друзья. С вами Тутом Паут, а мы продолжаем играть в Far Cry Primal. Что я вам хочу сказать. За время того, пока меня не было, ну, на роликах, я сделал себе уже новую меховую броню. Чётенькую, поэтому все у нас с этим прикольно. Мы теперь не будем мерзнуть с вами в холоде, и это вообще прекрасно. Это вообще офигенски просто. Поэтому сейчас вот, может быть, будем выполнять задания в зимнем биоме или не в зимнем. Ну, короче, у нас новая, можно сказать, броня. Ну, не броня, а одежда. Так, не то нажал. Вот, смотрите, апнул я все-таки, скрафтил я... Из тех зверей, уж не помню, с каких недавно дело было, забыл. Так, смотрим на карту, какие у нас задания сюжетные есть. Вот, кстати, я не помню, по-моему, вот этого вот уже не было. Вам поможет зелье противоядия. Чё за зелье противоядия? Не знаю, короче, народ, чё за зелье противоядия, поэтому... я считаю, нам надо... Смотрите, что сделать. Нам надо... Мы хотели Каруши спасти, мы в прошлый раз не поняли, чё за хуйня вообще. А потом мы вот это, к этому челу новому сходим. Может быть, он нам даст какое-то противоядие, и мы пойдем и пизданем улы. Может быть, так оно задумано. Так, 400 метров. Поехали разбираться, что там с Карушем случилось. Это хуйня какая-то, блядь. Прошу заметить, мы от холода теперь вообще не умираем, нам пофиг. Потому что новая одежда, и это все прекрасно. Ну-ка, сожри его. Ай, хорош. Его тоже. Да ты че, лег. Все. Где-то я там медведя услышал, он нам совсем не кстати, но хрен с ним. Че, нормально бежит, чел? Так, это собрали. Мы не будем ввязываться во всякую хуйню, мы просто выполняем основной сюжет. Местоположение обнаружено. Спешиваемся и погнали. Посмотрим, что у нас тут. Око за око. Че, пизданули его, что ли? Ну-ка. Блять, я не верю, что его пизданули. Ну-ка, не надо так миссии называть. Вы че? Никогда в жизни не поверю, что его могли пиздануть. Угу. Нихуя себе тут ебануться. Да, не кисло, конечно. Но смотри, что предлагаю. Вот этого нам можно ёбнуть? Или вот этого? Вообще, что ли, никого? Только вот этого, что ли?
А, ну никого, ясно. Так, ну поехали, может по стелсу пройдем. Потому что чему все время там? Ты куда, блядь? Чем там все время сражаемся? Все... Кстати, стрелы апнул. Мы теперь крафтим по 4, и у нас их дохуя еще, мало того. Так, у него броня. Ну похуй. Сука, сейчас тревогу поднимет. Тихо. Никого тут нет, парни. Сука. Ты ебанутый. Блять, ну поехали. Вот вам, блять, и прошли по стелсу, сука. Ох, сейчас пизды мне дадут. Или не дадут. Похуй, нормально, живем. Ты, блядь, думаешь, что спрятался? На нахуй. А чё я в натуре с ними церемониться стал? Вот, блядь. И все. Так, нам надо туда. Как понял, раскачка не нужна. Что-то нырять, что ли, надо? Хуй знает. А, во. Опа. Сейчас почти понял. Хотя что тут понимать, я уже все понял, все. Это наш, что? Да, это он. Брат. Это Мок. Мок, мой брат. Ты драться сильно, Мок. Но я раздавить тебе. Мог сказать последние слова. Мы идти, брат. Бля, вот он жив. Сейчас это подлатаем, заебись ему будет. Я эту ночь... Я уйти к своему сыну. Нет, Каруш, Винджа ждать тебя. Да, Каруш, нехуй, блядь. Даже не думай, Каруш.
Ух, блядь. Погнали, хорош. На нахуй. Бля, отличный навык. Тихо, блять, Каруш, мне хуёво. На, мразь. Блять, вы Каруш-то мне не пиздожьте. Сука. Я не думал то, что Каруш такой слабенький сейчас будет. Не, ну это, конечно, надо было ожидать. Ладно, похуй, заново, давай, заново. По красотище. Давай, поехали. А знаете, что я решил? Блять, может тут вообще посидим. Так, Каруш, Каруш, ты, блядь, не иди туда. Каруш, брат, сиди тут, блядь. Так, ну, кого-то обыскать для красоты души хотя бы. Опа, нахуй. Да, блядь, в смысле? Блядь. Блять, Каруш. Разобраться, что ли, не можешь, ёб твою мать. Вон, давай хилься, Каруш, блять. Это заебал. Все, лег, блять. Блять, Каруш, ну тебя в пизду несет. Ну-ка, помоги, блядь. Где мой тигр, блядь? Еби их. Все, сбежали. Сегодня я убить Мога. А ты Такар. Ты дать Карушу жизнь. Мы братья. Да. Блять, дураки, нахуй. Мог мертв дух моего сына спать. Скоро мы встретимся в деревне, брат. Блин, ну миссия такая небольшая оказалась, конечно. Фу, а ебанули. Так, дальше едем. Вот этого нам надо чего найти. Посмотреть чудака, кто он есть, кто он нам будет. Потому что он уже давно у нас на карте светится. Сколько мы там? 15 минут. Ой, тихо.
Так, поехали. Хотя, блядь, знаешь, вот эту хуйню тоже было бы неплохо сейчас. Забить. А чё, нет ничего, что? Ну ладно, точнее не то, чтобы нет ничего, у нас места нет лутать. Ну поехали, найдем вот этого кента. Южный камень, кстати, о, редкий южный камень, аж нашли, пиздато. Да не, пацаны. Ладно, похуй, спасаем, спасаем. Жри его нахуй. Ебашу. Спасаем от этих мудаков всяких. Все, заебись. Зверя полечили. Погнали. Не, ну а чё, раз уж приехали, надо исполнять. Сейчас у нас 100 человек в деревне будет жить. Это в... Ну да, вот. Сейчас, смотри, сейчас 100 будет. Или не будет, ровно 99. Ну сейчас до сотки дойдем. Какие интересные тут локации, конечно. Бля, я видел там камень, ну хуй с ним. Вот это что ли южные земли у нас? Да? Да, кажись. Давай вот тут вот полезу. При помощи навыков. Так, следующий. Отлично. Все, приехали. Темно, шо пиздец. Южный клен. Такие звуки, блять, издают. Ебаться, уж ты кто? Носорог, что ли? Ну да, какой-то носорог. Так, вот тут вот еще забираемся. Так, местоположение обнаружено, лагерь. Допустим. Чего, блядь? Ну давай. Птица говорить? Ты урки говорить, как ты летать? Ты урки говорить, как ты летать? Винджа. Ты улетать, мелкая тварь. Улетать. Бля, долбоёб какой-то. Урки, как птица, летать очень хотеть. Урки, Сан-Патра. Урки, перьев нет. Перьев нет. Перьев нет же. Ты умный. Ты очень умный. Ты помогать урке сделать перья, тогда урки летать. Ты помогать урке сделать перья, тогда урки летать. Да. Нахуй я к нему пришел? Хотя, блять, так
Это, наверное, Винксьют будет доисторический. Чего, снежная? Какой нахуй ворон? Ебаться в рот, ну давай. Вы чё? Да вырубите свою шарманку, хуйня какая-то играет. Может, съебётесь нахуй? Так, ворон есть. Снежная птица, блядь. Снежная птица — это какая птица, блядь? Которая у нас... Ебать... Здорово. Снежная птица — это вот это, что ли? Сука. Сука. А. Бля, на опережение, нахуй. Да, блядь, красиво же. Сука, сейчас все стрелы проебу. Блять, отвечаю, она снежная птица. Опа! Блять. Твою мать! Я ее не вижу. Да хватит, блядь. Блядь, ёбаные рыбы. Ну я в ахуе, чё, проебали мы рыбу её. Точнее, не рыбу, мы проебали птицу, кажись. А не, во. Вот же птица или нихуя. Сука. Интересный, конечно, квест, блядь. Найди ебани черепаху. Каким раком, блядь, я ее должен найти? Чего? А топир тут при чем? Так, вот сразу. Ебать, есть грызь рыба. Грейпфрут рыба, блять. Только... Голова грызь рыба аж выпала, нихуя. Так, а у нас птица, она же здесь падала. Или вы ее с концами захавали и все, блядь. Так, ну черепаха осталась. Да сука.
Только опять же. Эта хуйня в небе летала. Где черепаха, блядь? Да иди нахуй. Ага, черепаха, пизда тебе, черепаха. Ничего не поделать, черепаха. Так. Сука. Да отвечаю, вот это вот оно. Опа, блять. Куда она там ебанулась? Бля, вы опять ее сожрали, что ли? Да. Так вот, надо, чтоб из виду не упустил, нахуй. Не, это ворон, кажись. Снежная птица где? Бля, а мне не может сова снежную птицу наебнуть? Давай попробуем. Где эта снежная птица-то, блядь? Или она по земле бегает? Вполне возможно, что по земле бегает. Или даже здесь будет. Вот все нашел, кроме снежной птицы. Судя по всему, она по земле хуячит. А, вот. Все. Она по-любому. Все. Возвращаемся к нему. Так, зачем я так нажал? Ну-ка, плыви, 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 сейчас рыб будет хавать за жопу.
А, во. Вот где подъемник. Ну чё? Урки. Спасибо. Спасибо, умный. Спасибо. Теперь урки перья делать. Ты идти, смотреть урки, как птицы летают. Ой, блядь, урки, ты сейчас ёбнешься. Ну ёбнется сейчас человек, отвечаю. Смотреть, умный, урки над деревьями летать, как саблезуб с крыльями. И на тебя приземляться, умный. Бля, ебанутый. Чё он? Он жив, блядь? Бля, ты где? Бля, ну он наебнался знатно. Он где-то здесь, но его, блядь, нет. Решил, блядь, проверить, называется. Но он, судя по всему, жив, да? Или пизда урки настала? Бля, ну стонет, значит, жив. Так. Ладно, сейчас телепортнемся на базу, со всеми попиздим. И, короче, это... Завершим серию, так сказать. Так, дедульку смотрим. Назад, назад. Почти готово. Навоз, дёготь, кровь удом. Делать тотем твердым, как дерево. Готово. Сильный.
как дух Винджа. Сильный, как обмоченный. Теперь как дом Винджа. Что-то на сову похожее. Так, с кем там еще? С этим надо поговорить. Мы же в прошлой части его спасли. Придурка нашего. Ну, мы как поняли, с урки у нас, наверное, уже не будет продолжаться ничего. Он наебнулся, и все. Он, конечно, жив остался, как я понял, но выжить с такой высоты, это, конечно, тоже, блядь. Так, ну чё ты? Клетка плохо для огня в черепе. Голова гореть. Да, не хотеть умирать, как зверь. Клетки. В ловушке. Не угадал. Ну и чё? Это все? Ну и чё, блин? Ну и хуй с тобой, все. Поговорили, не хочешь ты больше разговаривать. Блядь. Чё ты хочешь? Ладно, давай. Так и быть. Теперь ты не в клетке живешь. Мягкокровный. Огонь в черепе гореть. Ты голова, да, открыть. Огонь в черепе гасить. Ой, блядь. И нахуя? Да, стоять с Такаром. Такар. Аташа. Типа наебнул огонь в черепе и все? Забыл, что ли, все? Огонь в черепе спать. Никогда не исчезать. Не исчезать. Дырка в голове лечить мало. В лагере Удам большое лекарство костяная пыль. Час канхи. Туда. Я найти тебе костяную пыль. Мишин появилась. Так, что дальше у нас? Нет, тебе я ничего не хочу, тут что? Ты уж на отбор сука себя качнул. Так, вот тебя б качнуть, мать. Тебе вообще было заебись качнуть. О, так, Каруш вернулся. Так, и что у нас там? У нас это мы все сделали. Вот этот долбоёб появился опять. Мы с ним не закончили. Короче, его будем задание продолжать в следующей серии. Еще вот сюда сходим.
Ну а пока, спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставьте лайки. Всем до скорых встреч, друзья, и всем пока.